Так, я сегодня переделала дом. Ну, я вот его сейчас закончу. И, короче, я сейчас занимаюсь. Сейчас. Я вам сейчас покажу, какой он будет на вид. Раз, два, три. Та-дам! И показываю комнату. Вот это наша микроволновочка, там кофеварка, тут такая тумбочка. Просто обычная тумбочка. А здесь будут есть все тут вот. Еще стулик, ну вот. Здесь можно загорать, вот. Загорать можно. Это такой проход, можно идти к этому, к загорать, загорать к кухне. Переходим на эту черную комнату. Черно-белую комнату. Здесь такая вот люстра. Такая вот люстра. Здесь они могут смотреть фильм. Можно сюда сидать. Ну, сюда можно сидать. Сюда. Или просто на диван. Сюда, например. Например, вот сюда сидать, еще вот место. Или вот сюда. Короче, тут можно сидеть вот где. И смотреть этот телевизор. Самое главное и это вот. Так что, мы вот черно-белый. Так, переходим к розовому. Ой, я забыла делать вот эту комнату. Раз, два, три. Та-дам! Так. Теперь переходим к этой полке. Ну, вот тут уже понятно. Это такая полочка с книжечками всякими. Это просто обычный диванчик. Эту кроватка может спать эти родители или просто обычная кровать, чтобы спать. Ну, вот что у меня вот получилось. Такая комната нормальная. Так. Вот это такая. Выключить только, короче. Давайте автоматическое включим. Тут тоже автоматическое. Тут просто включить свет. Так, у меня, как видите, сейчас скоро будет вечер, а так у меня сейчас утро. И вот диванчик. Так, переходим к этой комнате. Ну, тут уже понятно. Тут обычно спать можно. Как вам сказать, тут сплят тут тут сплят девочки, вот здесь девочки все три сплят, все три девочки здесь сплят, это а вот здесь сплят мальчики, а там сплят девочки, вот тут девочки. Так, можно сейчас картина, если будет поместить. И давай красивый цветочек поставим. О,
понимать, что делать. Так. Так, есть столики маленькие. Так, можно и... Так, достали елочку, поставим. Можно... Куда я елочку поставить? Да не, шугач. Не, шугач. Шугач. Сейчас я доделаю дом. Раз, два, три. Та-дам! Вот такой пол у меня получился. Вот, сейчас скажу вам. Вот. И вот все тут я сделала дом. Ну и вот. Ладно. Сделать просто будем делать. Здесь мы делаем такой вот обои сделаем. Раз, два, три. Та-дам! Ну вот. Такой у меня дом получается. Я сейчас нарежу котов. Так, я сделала вот пару. На этом я бабушка. На этом я принцесса. Девочка обычная. Ладно, всем пока.